Вітаю всіх, хто приєднався до кола глядачів 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Фахівці стверджують, останнім часом збільшилася кількість людей із різноманітними психічними розладами. Як впоратися із хронічними стресами, як вберегтися від цього стану, на ці та інші запитання, сьогодні отримаємо відповідь від психологині Юлії Сулаєви. Вітаю вас, пані Юлія. Здравствуйте. Спочатку давайте визначимося з самим поняттям, що таке стрес і які його ознаки. Ну, обычно стресс как-то воспринимают, ну, как нечто негативное, да, человек в стрессе, это значит, вот что-то с ним случилось не то. Хотя я предлагаю рассматривать стресс, ну, и не только я, как приспособительную реакцию организма на изменяющиеся условия. И каждый из нас знает, что такое стресс. Стресс же может быть как и приятных, от хороших вещей. Купил нечто, что давно хотел, или достиг цели, о которой давно мечтал. Это тоже определенный стресс. То есть даже позитивная эмоция можно разглядать как стресс, потому что она выкликает какую-то реакцию организма. Конечно, организм реагирует одно и то же. Также там утратил что-то, что-то резко изменилось. Это тоже определенная эмоция. Это определенная адаптивная реакция организма на изменяющиеся условия. И что происходит с организмом? Что происходит с телом? В кровь выбрасывается адреналин. Глюкодепо выбрасывают глюкозу в кровь. Кровь становится сладкая и густая. У нас повышается резко иммунитет. Болевой порог тоже повышается. К мышцам кровь приливает. То есть это вот в животном мире, да, есть угроза, что что-то случится. И весь наш организм в стрессе. Нюх, как у собаки, глаз, как у орла, мы готовы бежать куда-то спасаться. При этом процессы размножения, процессы пищеварения, они останавливаются, потому что в этот момент это для нас не актуально. И это такое, ну, будоражащее состояние. И само состояние стресса, оно может для нас быть продуктивным и позволяет быть эффективным в изменившихся условиях существования. Тобто на сам стан треба дивитися з обох боків. В яких ситуаціях стрес допомагає? Ну вот в ситуациях, как он всегда помогает. Он помогает решить ситуацию максимально эффективно. Вредным для нас стресс становится тогда, когда он не заканчивается вовремя. Когда стресс не заканчивается с... Ну, когда закончился стрессогенный фактор, а стресс продолжается. Ну, давайте это рассмотрим на примере животного мира. Представьте, что вы прекрасная антилопа, а я гепард, который решил пообедать, а вы звено моей пищевой цепочки. Я вас побачила и бежу. И бежите, да, у вас стресс, у вас адреналин, вы в тонусе. Вы убегаете, я гонюсь за вами. Потом, в общем-то, вы убежали, мне не удалось вас поймать, стрессогенного фактора нет. Что вы делаете? Расслабилась. Да, солнышко светит, травка вкусная. Вы так краем глаза поглядываете, чтобы меня не было. Ну, в общем-то, продолжаете спокойно переваривать пищу. Когда стресс, когда вы меня увидели, у вас включилась симпатическая нервная система, которая привела все функции вашего организма, все системы вашего организма в состояние, чтобы вы могли максимально эффективно спастись от меня. Когда вы остановились, вы расслабились, и ваша парасимпатическая нервная система урегулировала все процессы. То есть уровень адреналина уменьшается, глюкоза падает, иммунитет выравнивается, он после такого скачка немножечко даже падает. Процессы пищеварения, размножения восстанавливаются, и все отлично. У людини по-іншому відбувається. К сожалению, ну, вот это по-другому. То есть вот эта часть... случается так же. Однако человек имеет такую речевую модель мира. Животное, оно не думает, какой бессовестный гепард, как он мог так поступить. Этот мир ужасен, он полон бессовестных гепардов. Или я кривоногая антилопа, и мать у меня была кривоногая антилопа. То есть он может, животное может вовремя выйти из стресса. Человек зачастую не выходит вовремя из стресса и продолжает в нем находиться еще долго. Не дает, не может расслабиться, не дает возможность своей парасимпатической системе восстановиться. Но мы же понимаем, что такой стан может тривати досить довго. Можливо, які застережні, такі запобіжні заходи людині треба вжити, аби позбавитися від цього затягнувшогося стресу? Что конкретно делать? Так.
таких, давайте я вам сначала расскажу про последствия, которые, если вот очень долго в стрессе, что может наступить, и исходя из этого расскажу, что можно делать. Если, допустим, человек очень долго находится в состоянии стресса, в состоянии хронического стресса, первое, что может его настигнуть, это инсулинорезистентный сахарный диабет второго типа. То есть это все связано с глюкозой, которая выбрасывается в кровь. Это очень частое такое заболевание на фоне хронического стресса. Страдает сердечно-сосудистая система, потому что когда включается симпатическая нервная система, сердце начинает работать быстрее, сосуды сужаются. То есть вот это очень сильная нагрузка, которая не вовремя не расслабляется. Знаете, какой еще можно пример привести? Вот человек стоит на старт, внимание, марш, да, и рефери держит пистолет стартовый. И вот это состояние напряжения, это эффективно, это поможет ему сделать такой рывок, необходимый для победы. Но если он так будет стоять 5 минут, 10, день, месяц, то ничего хорошего с ним не будет. У него выставят его эти стейки невыставшие. Аутоиммунные заболевания. Очень сильно страдает иммунитет, когда человек находится в хроническом стрессе. Как это на поведении может, да, сказываться? Люди очень сильно раздражительны. Может появиться нежелание общаться с другими людьми. Нарушается сон, нарушается питание, очень много таких неприятных внутренних ощущений. Синдром хронической усталости, профессиональное выгорание – все это тоже могут быть последствиями вот такого стрессового состояния. Ну и найважче наслідок – це, мабуть, депресія. Ну даже не знаю, сахарный диабет тоже не сахар. Как бы так это ни звучало. Все, да, депрессия, стресс, конечно. Если говорить про психологический бик цього стану. Да, да, в депрессивное состояние и хроническая депрессия. Это тоже как бы результат того, что человек очень долго находится в стрессе. Пані Юлія, ну це те, що відбувається ситуативно. А які, можливо, зовнішні чинники можуть посилити стрес? Людина вже у стресі, угу. І що ще може його посилити? Какие-то очень резкие, неприятные для человека события. Например, нахождение там в зоне военных действий, физическое, психологическое резкое насилие. При таком воздействии очень часто может возникнуть даже посттравматическое стрессовое расстройство. Это очень серьезное заболевание. Это когда происходит импринтинг, то есть впечатывание впечатления в, ну, в нервную систему. И потом какой-то триггер, что-то такое, что напоминает о событии, может у человека вызвать вот ту реакцию. То есть стресса уже объективно нет, но что-то такое, что напоминает, вызывает раз за разом тот же самый, ну, процесс, который был во время стресса. Это очень серьезное нарушение, с которым необходимо обращаться к профильным специалистам. Что еще? Нахождение в состоянии, вот когда дети проживают в семье, да и взрослые, где есть очень частые ссоры, конфликты, когда нет определенности, очень сильно нас стрессуют. Вот что в стрессе самое тяжелое? Это когда нет определенности и нет контроля над ситуацией. Когда мы находимся в ситуации, где мы не понимаем, что от нас ничего не зависит, что мы не можем на это влиять, это тоже очень сильно стрессует. Просмотр новостей бесконтрольных, к сожалению, очень много такой информации. Если человек постоянно-постоянно ее поглощает, есть люди очень впечатлительные. И посмотрев такого рода информации очень много, через время они, ну, как бы просто начинают в этом жить и постоянно-постоянно не могут расслабиться, не могут выйти, накручивают себя. Ну, це, мабуть, ще залежить від типу психіки самої людини. Ось якісь у нього є там внутрішні установки. І ось, до речі, яка може модель поведінки людини сприяти тому, що знижується стресостійкість? Очень часто вот стрессом, очень сильным стрессом страдают волевые люди, контролирующие люди, люди с таким очень сильным характером. Они практически не могут расслабиться, такие очень конкурентные люди. Такой тип называется подавляющий, ну и в основном это человек не кого-то подавляет, хотя тоже может, а подавляет себя. Все для фронта, все для победы.
И за счет того, что эти люди не могут расслабляться, они не могут быть вторыми, не могут проигрывать. Они больше всего подвержены вот такому хроническому стрессу, который имеет негативные последствия. Также очень сильно на стрессоустойчивость влияет такое критическое отношение к себе. Излишний перфекционизм тоже не есть. Заниженная самооценка. Заниженная самооценка, да, это все формируется в детстве, поэтому, пожалуйста, те, кто нас слушает, не забывайте в воспитании своих детей давать им все-таки больше поддерживающих посылов, чем контролирующих. Контролирующие тоже должны быть. Ребенка нужно и строжить, рамки какие-то выставлять, но поддержки и одобрения должно быть больше. Да, заниженная самооценка, неуверенность в себе, перфекционизм, только идеально должно быть сделано, как не сделай, все не так. И человек доходит до такого состояния, когда он стрессует по поводу и без повода, ну и не выходит из хронического стресса. Пані Юлія, у нас зовсім мало часу залишилося. Ваша порада, вас як фахівця, як можна самотужки знизити рівень стресу для себе, для своїх близьких, для свого оточення? Первое – это расслабляющие техники. Медитативные разные техники очень классно помогают научиться расслабляться. Это может быть массаж, это могут быть различные упражнения на растяжку. Тогда наше тело получает сигнал, что ну, вот эти блоки физические распрямляются, расслабляются, и тело получает сигнал, что все хорошо, мы можем расслабиться. Хорошо помогают дыхательные техники. Вот такая техника классно поможет 4-5 минут так подышите и приведете себя в более-менее адекватное состояние. На 4 счета вдыхаем, на 4 счета задерживаем дыхание, на 4 счета выдыхаем, на 2 счета задерживаем дыхание. Формула 4-4-4-2. Дуже проста форма, а між тим досить ефективна. Да, даже с паническими атаками поможет. Что-то, нам нужно что-то взять под контроль. И мы берем под контроль свое дыхание. Попробуйте 4-5 минут, вы успокоитесь. Хорошо поможет умыться холодной водой. Как бы там это ни звучало, это тоже имеет под себе ну, физиологическую природу. Можно просто умыться. Достаточно 10-15 секунд контакта вашего лица с, ну, только очень холодная вода должна быть. И тогда организм тоже получает определенные сигналы. Это называется, по-моему, эффект, ну, когда млекопитающее попадает в воду, у него тоже определенные механизмы включаются. Это реально расслабит. Осанка. Следите за своей осанкой. Организм тоже получает сигнал, я тут, со мной все в порядке, я тут главный, поэтому тоже классно будет помогать. Рекомендую еще такую очень прекрасную технику, называется аутогенная тренировка по Шульцу. Мне она нравится в редакции Гримака. Там упражнение номер 8 – контроль за навязчивыми мыслями. Это чтобы вот отучиться себя накручивать. Монолог с собой. Конечно, потому что так бывает. Вы идете, у вас хорошее настроение, все отлично. Потом раз, попало триггер. Триггер, какая-то мысль, да, кто-то что-то сказал. И мы накручиваем через 15 минут такой уровень стресса, что даже не нужно извне как-то на нас влиять. Можно обратиться и сдать анализы и проверить баланс витаминов, микроэлементов. Иногда мы стрессуем из-за того, что у нас нет баланса в организме. Ну, еще много разных техник. А, сон. Достаточное количество сна. И желательно в темноте. Ну, в смысле, это обязательно в темноте. Если нет возможности, купите повязку на глаза. Физические упражнения. Потому что тот адреналин, кортизол, который есть в нашей крови при стрессе, он нам для чего? Для того, чтобы совершать какие-то активные действия. Или бежать от хищника, или нападать. Вот его бы хорошо выводить. Ходьба, бег, физические упражнения, сходить в тренажерный зал. Раз, и уровень адреналина и стресса упал. Стресс неплохо, но хорошо бы тренировать себя и быть устойчивым к действию стресса. Входить в него, но не забывать из него вовремя выйти. Дякую, пані Юлія, за своєчасну бесіду, за цікаву інформацію. Тож зараз ми розправляємо плечі, дихаємо спокійно, налаштовуємося позитивно. А я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була дніпровська психологиня Юлія Сулаєва. Бережіть себе, на все добре!